Более 300 улиц Днепра за последние полгода получили новые названия. Одна из них по инициативе местного губернатора была названа в честь погибшего в боевых действиях на востоке Украины журналиста Александра Черникова. Долгое время жители бывшей Красночечеловской не понимали, откуда такое название. Ситуацию решили исправить прежние коллеги киборга. Журналиста одного из днепропетровских телеканалов, в прошлом десантника, призвали во время первой волны мобилизации. В составе 25-й воздушно-десантной бригады он участвовал в тяжелых операциях украинской армии на Донбассе. Защищал Донецкий аэропорт, а погиб в Авдеевке, прикрывая отход сослуживцев. Идея напечатать плакаты с портретом Саши и рассказом о его жизни и подвиге принадлежит его другу Михаилу Новикову и бывшему коллеге, телевизионному журналисту Руслану Уралову. Более 200 листовок инициативная группа расклеила на самых видных местах. Реакция жителей была разной. Наибольший интерес выразили подростки. Дети с интересом очень отнеслись, когда мы клеили плакаты. Они сразу подошли, начали читать друг другу, пересказывать какие-то моменты. Михаил отмечает, что логичнее было бы назвать именем погибшего журналиста улицу, на которой Александр жил и где его все знали. Но городские власти по непонятным причинам выбрали именно Красночечеловскую. Однако самое главное, что имя героя теперь есть на карте города. А это человек, именно действительно герой, герой Днепропетровска, человек, который здесь родился, вырос. И я считаю, что в первую очередь мы должны отдавать дань уважения им. Невредимыми информационные листовки продержались недолго, но командир считает, что первый этап информирования прошел успешно, ведь даже заядлые противники переименования изменили свое мнение. Человек погиб, герой-десантник, пожалуй, можно переименовать. Слышала в честь молодого человека, Черникова Александра, который погиб в зоне АТО, был десантником, награжден там за мужество, по-моему. Кстати, таблички с новыми названиями еще не сделаны. Планируют ли городские власти подобные акции для популяризации других топонимов, пока неизвестно.